Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу, как окрасить свой привод или снаряжение в камуфляж «Русская цифра». Данное видео подготовлено при поддержке страйкбольного магазина Top Gun. Ссылка на магазин в описании. Я буду красить краской Montana Black. Начнем с теории. После подготовки привода к покраске, вся окрашиваемая поверхность задувается в цвет подложки. У нас это БЛК-6920 Мардок. После высыхания краски необходимо наклеить трафарет и окрасить автомат цветом БЛК-6530 Storm. После высыхания краски снимаем трафарет, клеим новый и окрашиваем все цветом БЛК-7140 Industrial. Опять ждем высыхания краски, снимаем трафарет и клеим новый. Окрашиваем автомат цветом БЛК-930 Black. Вот и вся теория. Приступаем к практике. Окрашивать я буду АКС-74 от Цимы. Начинаем с задувки подложки. Для удобства наклейки трафаретов я разрезал листы формата А4 на секции. Так намного удобнее, очень экономит время и нервы. Так как я использую трафареты на самоклеящейся пленке, в оклейке автомата мне помогает зажигалка. Благодаря кратковременному нагреванию трафарета его можно растянуть на любой неровной поверхности. От качества наклейки трафарета очень сильно будет зависеть результат покраски. Продолжаем окраску согласно теоретической части. Окраска окончена. Вот что у нас получилось. Если данное видео оказалось для вас полезным, не забывайте ставить лайк. На этом я прощаюсь. Всего доброго, пока!